How has the coup in Thailand affected relations between Thailand and Russia? In any way at all? The coup d'etat in Thailand. Has it affected your attitude towards Thailand? Because the United States, the EU don't like it, but China says, it's okay, we understand. Other ASEAN members say we are sympathetic. What is Russia's feeling about Thailand's coup and the present government? Ну, вы знаете, мы стараемся вести себя цивилизованно всегда. Если говорить о текущих делах, то это внутренние процессы, например, которые происходят в Таиланде. Мы к этому относимся с вниманием и уважением. Значит, в то же время есть целый ряд государств, которые действительно очень неровно дышат, очень волнуются по поводу разных событий, которые происходят в других частях света. Мне кажется, что это избыточная обеспокоенность, ненужная опека. Все суверенные страны должны решать свои задачи самостоятельно. Будь то Россия, Таиланд. Мы сами способны разобраться. Мы с нашими друзьями и партнерами на Западе. Вы с вашими партнерами в ASEAN и партнерами тоже на Западе. Вот, поэтому мне кажется, что нужно, извините за такой юридический стиль, но я все-таки юрист по образованию, вернуться к основополагающим принципам международного права. И это будет лучшим рецептом для развития международной жизни. I have noticed that recently your government has been very active in Asia, Southeast Asia. Is this a big move for Russia to make its presence felt? Is it a move to counter the influence of the United States? Because President Obama talks about pivot Asia. Now, do we see President Putin and Prime Minister Medvedev making Russian presence big enough to help counter the American influence? Вы знаете, мы стараемся не копировать движение американской администрации. Пусть они сами свои решения принимают, мы к ним не лезем. И они пусть не лезут. Но в отличие от целого ряда других стран, мы объективно уже действительно почти 120 лет дружим. У нас продвинутые отношения с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы соседи. Ну, Таиланд чуть дальше. С Китаем у нас вообще огромная граница. Другие страны, с которыми мы всегда дружили. Это было, кстати, и в советский период. Советский Союз, правда, выстраивал это сотрудничество на идеологической основе. Вот давайте строите социализм, тогда мы вам помогать будем. Нам этого не надо. Значит, каждая страна строит свой строй, значит, который выбрал его народ этого государства.